Всем привет! Ко мне пришла известность, и мне начали присылать посылки. Сегодня я открываю посылочку от моей подписчицы Оли. Спасибо большое, Оля! Сейчас я ее открою вместе с вами. Где ее открывать? Полчаса искала, как она открывается. Наконец-то нашла. Вот, вот. Так. Сейчас я уберу упаковочку. Я так понимаю, что это упаковка. Хотя в связи с дефицитом, Оля, спасибо. Вот это особо ценно сейчас. Конфеты. Грильяжная сказка. Обалденно. Давайте я коробочку уберу. Так, отодвину. Инструкция для березки. Это березка, наверное. Так, я коробочку, наверное, отодвину еще. Вот так, чтобы было видно. Так, это инструкция. Поставить на стол. Написано вверх, вниз. Сейчас я разрежу. Ой, здесь такая красота. Девочки и мальчики, смотрите, что у меня. Смотрите, какая красота. Это березка. Так, пока я все делаю правильно, теперь нужно расправить веточки. Это все, ребята, сделано. Вот эти веточки сделаны из тонюсенькой проволочки. Она вся закручена. Зелененькая – это бисер. Это просто обалденно. Оля, ну ты мастерица, просто чудо. Посмотрите, какая красота. Ой, просто необыкновенно. Я ее пока отставлю. Тут нужно очень аккуратно все веточки расправить. Посмотреть, где какая. Ну, чудо, вот тут они немножечко запутались, и я их сейчас... Так, я пока отставлю, потом все это сделаю. Оля, спасибо тебе огромное. Здесь маленькие такие ежики пасутся. Смотрите, какое чудо. Ой, я не могу удержаться. Ну вот я не удержалась, а все расправила. Они, конечно, не совсем расправлены, но все равно. Смотрите, чудесный, чудесный подарок, сделанный своими руками Олей Жуковой. Спасибо тебе, Оля, огромное. Так, поставим на подоконник, пусть стоит рядом с орхидеей. Мои просто... Так, это инструкция. Любимейшие посудные полотенца. Никогда не бывает их много. Это я просто обожаю посудные полотенца. Шикарные, с подсолнухами. Чудесные. Спасибо большое, Оль. И вот еще одно полотенечко. Чай. Оля уже дарила мне такой чай. Очень вкусный. Апельсиновый с корицей. Обалденнейший чай. Это мне подарок. Домик для чая Оля прислала раньше. Вот этот чай пойдет туда. Спасибо, Оля. И еще одна коробочка чай. Называется «Весенняя мелодия». Заколочка. Тоже своими руками сделано. Это цветочки из ткани. Тюльпанчики. Здесь украшение какое-то, наверное. Ух ты! Прелесть! Прелесть! Такие сережки. Посмотрите. Посмотрите, какие чудесные сережки. И такой же браслет. Сейчас покажу браслет на руке. Такой браслет. Не знаю, что это за камень. Такой оранжевый и розовый. Очень красивый браслет. Мои любимые «Отлови конфеты». Спасибо большое, Оль. Ты как узнала, что это наши любимые конфеты «Отлови»? Ну вот, такую посылку я получила от Оли Жуковой из Новокуйбышевска. Браслет красивый с сережками. Любимые конфеты. Посудные полотенца. Я просто обожаю всякие кухонные принадлежности. Спасибо большое, Оля. Будем пить чай с конфетами, тебя вспоминать. Но на березку просто не могу налюбоваться. Посмотрите, ну какая красота. Своими руками сделано.
Спасибо тебе, Оля, большое.